Здравствуйте, друзья, компания «Лям», Кузнецов Дмитрий. Увижу много лайков, много комментариев по поводу вот этого словоблудия, да? Словоблудие вперемешку со славоблудием, с попыткой прославиться, ну, кстати говоря, с удачной попыткой. Если сейчас меня вот этот кандидат филологических наук в кавычках слушает, смотри, дорогая, сколько людей пожелают тебе удачи в освоении трудного русского языка. Итак, поехали, учимся составлять слова в предложение. Алло, да. Кто это? Александр Анатольевич, здравствуйте. Почта банка, отдел взыскания. Меня зовут Мулихова Надежда Дмитриевна. Звоню по поводу вашей задолженности по кредиту. К оплате у вас 11 302 рубля. Требование банка платить задолженность 14 июля, 14 завтра, до 9 вечера. Деньги у вас поступят? У кого? Что значит деньги у вас поступят? А? Неправильно сформулирован вопрос, что было вот в этом вопросе. Деньги у вас поступят. Что вы хотели спросить? У вас поступит ваша задолженность, которую вы 2 месяца уже не оплачиваете? Еще больше запуталась. 11 302 рубля. Нет, я не запуталась. Вы я ничего не понимаю. Вот смотрите. Когда вы говорите, брали кредит. У вас деньги поступят? Вот вы так спросите. У вас вы деньги поступят? Ну, а что вам? Что вам непонятно? А вы, у вас национальность какая? Вы случайно та самая, не с какой-нибудь другой планеты? Что по-русски нет, надо спросить? Нет, мне скажите, что вас смутило. Я вам меня смутило, я вам объясню. Понимать. Объясню, дорогая моя. И меня смутило вот что. Я чувствую. Я вам не дорогая, меня зовут Надежда Дмитриевна. О, дело дрянь. А, слушай, Надежда Дмитриевна, я расскажу, как я хотел услышать и что я услышал. Угу. Я бы спокойненько воспринял этот вопрос как логичный, если бы ты спросила, деньги от вас поступят на счет, а ты что сказала? Деньги от вас у вас когда-нибудь, может быть, что там, я уже и забыл, потому что вот этот набор слов... Это вы уже сами перефразировали. Конечно, давайте невозможно, невозможно набор вы слов этот запомнить. Денежные средства от вас 14 июля до 9 вечера через отделение почты банка. О, холодец, бинго! У меня руки заняты сейчас, а звук похлопаю. Какая умница, молодец. Хорошо, руки. Теперь отвечаем на вопрос. Нет! По какой причине? Отсутствие. А вы что радуетесь-то? Александр, а вы что радуетесь? Так нет, я за тебя радуюсь, ты наконец-то. Что? Ну, просрочка, и что теперь? У меня же не просрачка. Я вам, знаете, что могу сказать? Только если внимательно за словами следи. Внимательно. Зачисление не поступает. Так. Банк вас сейчас информирует и предупреждает о расторжении кредитного договора в одностороннем порядке со следующей недели. И чё? Если вы планируете оставаться я в банке, если вам это интересно, вы не заплатите, в вашем распоряжении только завтрашнего дня, у вас суточное решение данного вопроса. Мне кажется, вы слишком много себе позволяете, вы так не считаете? Опять, вы какой-то набор слов, там вас специально учат какие-то аргументы беспонтовые. С вами все понятно. Скажите, конечно, у вас контактные данные, ничего не менялось? А хрен его знает, какие у вас там они контактные данные. Телефоны, адреса. Да я каждую неделю это меняю. Это подразумевает в себе контактные данные. Как адрес это может подразумевать в себе? Фактический адрес. Адрес слово в себе было лишнее. Мобильный это номер, подразумевает контактные данные. Номер телефона. Слушай, рабочий адрес. Неужели в банк берут с начальным образованием? 3 класса образования. Вы мне ответьте на вопрос. Вы уже там поразмышляете самостоятельно без меня. Так над твоим словоблудием придется размышлять до утра. Господин, ничего не контактные данные не меняются? Да, госпожа, фрау, нет, давай так. Мне скажите, пожалуйста, по поводу адреса регистрации. Не нравится фрау, тогда мадмуазель. А я девок туда вожу, и там постоянно разные проживают. Знаете, друзья, вот не выдержала она, а я предвижу такие комментарии, они регулярно выходят, я их специально оставляю, наподобие, что вы над девушкой глумитесь, долги надо отдавать, она свою работу делает, она хотя бы работает и так далее. Но это пишут либо сотрудники банков, либо будущие сотрудники банков, ну, либо коллекторы. Ребят, работу-то надо выполнять, с этим никто не спорит, но нужно быть компетентным сотрудником. Если тебе не позволяет образование, либо ты эмоционально не можешь собраться, чтобы сформулировать грамотно вопрос,
Или во всяком случае, задавая вопрос, ты должен понимать, что на этот вопрос должен быть конкретный ответ. Ну зачем ты идешь тогда в банк работать? Дело в том, что про почта банк, про то, как на сотрудников сваливают все, что можно, это отдельная история. Любой из вас может зайти в отделение почта банк, они бедненькие стоят, а вместе с почтальонами за похожими стойками, и на их плечах и работа с вновь приходящими клиентами, и с клиентами, которые приходят выяснить какие-то вопросы, и в то же время и обзвон должников тех же самых, понимаете? Руководство почта банка, в прошлом лето банка, а сейчас под эгидой ВТБ, совершенно не задумывается о своих сотрудниках. И так очень часто бывает. Поверьте, сотрудники – это расходный материал. Дайте, я революцию совершать не намерен, но все-таки хочу, чтобы как можно большее количество нормальных, образованных ребят, молодых, не шли, сломя голову, за каким-то эфемерным карьерным ростом в какие-то вот эти вот сомнительные учреждения, которые есть сегодня, а завтра нет. Для многих из вас не секрет, допустим, как пример, что вот на сегодня ролик выкладывается 1 сентября 2017 года. Вот этот банк открытия, который уже и Ханты-Мансийским становился, и чем он только не становился, сейчас находится в стадии санации. То есть там конкурсный управляющий от Центробанка. Все, не смогли, не справились, ничего у них не получается. И тоже в том числе и заведение рискованной кредитной политики, в том числе и всевозможных нарушений закона. Да? А как рьяно они добиваются, как они утверждают, правды с помощью коллекторов. Уважаемые господа коллекторы, те из вас, кто до сих пор верит в правоту своих слов, одумайтесь, посмотрите, на белом свете достаточно более достойной работы. Как я всегда говорил, будучи дворником, вы на самом деле гораздо достойнее будете выглядеть. Ну ладно, это мои эмоциональные всплески. А я предлагаю тем, кто хочет встать под юридическую защиту, обратиться за услугами в компанию «Алиам», посмотреть наш сайт. Ссылочка на сайт в описании этого ролика есть. Там вы найдете видео, где описывается, что мы делаем для наших клиентов, в какие сроки, сколько это стоит. И вообще, в конце концов, кто и что такое компания «Алиам». В двух словах, один из крупнейших юридических операторов на территории Российской Федерации. Мы работаем со всеми регионами Российской Федерации, с любым человеком, у кого есть интернет. Мы готовы помочь решить все проблемы, свести вот эти все потуги ваших взыскателей, ваших кредиторов на нет, то есть в ноль. Создать условия, когда банкирам будет выгодно отказаться от претензий, не только банкирам, микрофинансовым организациям и тому подобной публике. Как, еще раз повторю, мы это делаем, посмотрите видео на сайте и оставляйте заявочку. Заявка оставляется в специальной форме, корректные данные туда вводите и ждете звонка нашего специалиста. Звоним мы в рабочее время, кроме субботы и воскресенья, по московскому часовому поясу. Запишите номер телефона, который указан на сайте, именно с этого номера мы будем вам звонить. Для вашего удобства в правом верхнем углу видеотрансляции сейчас выходит кликабельная подсказочка. Вот она. Посмотрите видео на сайте и оставляйте заявку. Я призываю вас поставить лайк, если ролик понравился. Если не понравился, ну, конечно, дизлайк. Имейте в виду, что любая активность на канале приносит пользу каналу. Ну и, конечно же, пишите комментарии. Это всегда очень интересно. Это самое интересное, самое прикольное – читать ваши комментарии. Попрошу от себя репост в соцсетях, конечно же, чтобы побольше людей узнало о нашем канале, правду, чтобы люди знали и не боялись вот этих вот горе-взыскателей. Ну а с вами, друзья мои, был Кузнецов Дмитрий, Центр юридической защиты, компания «Алиам». Обращайтесь к нам за помощью, наши специалисты всегда рады вам помочь. Всего вам хорошего. До свидания.